Всем привет! Выставка в Кропоткине. Передаем привет от опытных заводчиков города Армавира. Помашите ручкой. Все. Вот такая вот зима в Кропоткине. Ты как готовишь? Слева, слева, справа. Все гралика. Золото. Наши золото взяли по хоккею. Собаки немцы грали. Пошли бы они. Ты долго вот это что-то там это щупаешь? Не, все, убираю. О! Камеру хоть убери, спрячь, фонарик. Да, а, чтоб не видеть. Слушай. Юра. Да. Юр, иди, вот твой покупатель пришел. Да, не надо. Вот это что такое вот? Самка. Самка, да? Да. Сколько? Нынче в Кропоткине зима. Кропоткин, ярмарка. Я его сразу забыл. Вот он деньги дал отсюда. Вот так кинора поют под снегом. То есть чувствуют себя отлично. Холода не боятся. Где я, например? А, там, да, вверху, да. Ну низко пада, не хорошая, но низко. Клеточки 450 ре. Польская колбаса, а почему дешевая? Да хер, почему она дешевая? Ну выбирай, Юра. Веники вот. Вот этот 100, да? Это 100. Этот 100, этот 150. Вот кролики, советская шиншилла. Русское серебро, что-то говорят, нет таких тут кроликов, не знаю. Вот к 8 марта. Колька. И до дяди, блин, а? Пошли до дяди. Снимаю. Да не ори. Это 500. Это 350. Это кто такие? Нет, мальчиков забрали. Зеленый, кто? Горело. Розел. Тысячу. А что тут за розел? Рыбка под пиво, соленая, куба. Вот горлицы сидят. Покажи горлицы. Вот такие волнистые у нас тут водятся. Крупные. Вот голубенький тоже прощали. Секиры целые. Вы не против, если мы снимем ваш товар? Красота. Смотри, какие красота, да. Мачете. Ножички. Бля, ножички я в детстве собирал. Жикар, бля. Ну, кокарда снизу, да? Перекатки, садочки, сети рыболовные, сухие люди, а ямцы, вот утрики, серебристые, стандартные. Вот эта ловушка, клетка, стоит 500 рублей. Да нет, не влияет.
Ты что, ну сними ее нормально. Вот синих я менял. Почему я менял? Видно, да, как сделано? Да, да. Главное, вот сними обзор, я и это увижу. А что за порода? Вот серебро, слышишь? Это ж не русское серебро. Серебро, конечно. Русское серебро? Да не русское, это как называют обозрение? Шампанин, как-то. Вот это цвет. Ее видно. Они светленькие, они красивые цвет. Я они смотрю, красивые, да. А? Красивые. Они еще не полиняли. Они полиняли больше зимы. Нет. Они сейчас полиняли. Они очень, потому что они молодые, они все равно свою линьку делают, как бы, берут. А потом уже начинают линять, как полагают. А как у них? Лошади гуляют. Гуляют они. Как калифорнии? Они гуляют отлично. Я тебе говорю, 10, 8, 9. Самое малое у меня 6. Меньше не бывает. Это самое я Калифорнию держу, она что-то... Калифорнии держу. Херня. И бараны. А горят бараны на голову. Херня, вахловатые они. Да? Флот у них мало. Серебро у меня, я балдею. У меня есть самки, 14 приводит, 12. И всех выкармливают. И всех выкармливают, да? Ровные. Ну, а у меня раз окатило, блядь, сбросило, значит, с телефона. А самка такая сбросила. Бросила, как, скинула, да? Где? Строкач вот сидит. Вот строкач. А вот давай купим. Еще строкач же, да? Какую цену? 2,5. Строкаш 2,5 стоит. Хочешь ешь. Хочешь пей. На память. Вот, пожалуйста. Они разейки почем? 500-700. Да, да, я вот корелы бещеки. Купите их лучше. Ну, кстати, это петушки, да? А, нет, вот курочки. Почем такая красота? Петушок полторы, курица две. А как это порода называется? Английские породы. Английский как? Сибрайт. Сибрайт. А он, это китайская хохлата. Ну, вот китайская хохлата. Китайский шелковый, да. Китайская шелковая. Ну, что, голуби, что ли? Да. Как курица, блядь. Ты видал голубей? Вот они, голуби. Бля, как курица. Здоровый такой. Суповые какие-то. Короче, нормально. Не сушь. Садятся. Ну, если, допустим, взять петуха и три курицы. Ну, три, может, много, а две нормально. А две нормально будет? Ну, у товарища было и три, но я не одобряю. Ну, лучше две, да? Это получается петух, полторы и, да? Да, и четыре, пять с половиной. За пять можно отдать. Понял, да? Это, вот у меня золотые, такие, только золотые. Вот такие только золотые? Да, красные. Ага. Три курочки и петушок. Вот он две полюбил, третью нихуя. А сидит отдельно. Я смотрю, у вас как парами тут, да? Или так, как посадили? Ну, в основном, да. Количество. Что, пойдем дальше? Не, пух. Пух. Я не говорю, какая. Пойдем дальше. Мягенькая. Уже заряжена. Не. Это Райкса, да? Райкса? А, не твой. Добрый день, как делишки? Здорово. Привет. Ну что хоть? Да, не особо. Тихо. А погода. Не, я так чуть-чуть. Погода такая. Ну, еще чуть побольше. Вон курочек, сними вот этих, которые. Покажи. Петушки, да? А, и курочки есть, да? Не, петушки все. Это браво просто, гребешок. А вот то кто? Порода Кокинхин. Вот такие перчи у нас тут разводятся. Красивые.
А вот эта порода как называется, первый, который сидит? БСС. Большое светлое серебро. Большое светлое серебро. А? Какое авто? Больше не буду. Тут дома? Какой мне хочешь? Здесь вот кольца продаются разные, на голубей. На цыплят, на курей. Прячь их пока. Никому. На попугая. И не трогай руками. Все а разные. Что это такое? Ну, у Николая спросишь. Ну, а что ты не можешь сказать? О, сейчас придут всех заберутся. Что ты, Женя? Вот, спроси у него. Голубя типа. Это горный попугай, да? Если не ошибаюсь. Это не горный. Горный, горный. Должен назад. Сейчас давай снимай. Всем привет. Нормально видно? Короче, зима пришла на нашу февральскую выставку. В общем, благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи. Всем пока.